Новые скандальные заявления Дональда Трампа. Один из вероятных претендентов на пост американского президента от республиканцев предложил полностью закрыть границу США для мусульман. Такова его реакция на недавний теракт в Калифорнии, ответственность за который взяла на себя ИГИЛ. Такая мера, по замыслу Трампа, якобы позволит избежать проявлений экстремизма в будущем. Мусульманское общение уже назвали эти заявления фашистскими. Не оценили слова Трампа и в Белом доме, посчитав их противоречащими Конституции и американским ценностям.